Реально, было много и веселых моментов, очень много. Мы там наржались с ним, насмеялись, вот, ну, как-то так, вот. Сетевой, кстати, был не последним. У меня, кстати, еще Вовка ходил, тоже какое-то время косметика торговал из сумки. Я говорю, ну как, получалось? Вообще, мы такое тоже было. Так что не одна я вот таким занималась. Еще в моей жизни была Тяньши, Тенс Групп, вот. Но ею я не занималась, но 3 дня на их курсы отходила, чтобы забрать обратно свои 100 гривен, потому что они мне были очень нужны. А сказали, что то вернут, это типа залог за книги и диск учебный, и что их вернут только когда я отхожу на эти курсы. Я много кому некогда ходить на эти курсы, там или 3 или 5 дней. Им нужно дальше ходить искать работу, им не до этого, и они, короче, свои залоговые деньги так и оставляют у них, вот. Но мне пришлось отходить, но я не была в Тиенсе, потому что я не собираюсь торговать их косметикой, их БАДами, их чаями, я не хочу к ним вступать, я не хочу платить им взносы, мне не понравилась их политика, вот. Мне было неприятно и стрёмно, как проходят их уроки, потому что стоит женщина, бедно одетая, и рассказывает, что она богачка, разводит людей, вот, и так далее. Я говорю, вы не выглядите как человек, который много зарабатывает. Или, например, был момент, когда она начала рассказывать, мол, так и так, если нужно будет задержаться на работе еще немного, но вам за это не доплатят. Какая-то вот случилась беда. Вы задержитесь? Я единственная сказала из всех, да. Она говорит, не ври, молодежь не такая, никто не будет задерживаться. Вот это не то, что мы в Советском Союзе, мы бы задерживались, мы бы то, мы бы все, а вы не такие. Я говорю, ну почему вы судите как бы о человеке, его не знаю. Я бы задержалась, и было достаточно ситуации, когда я задерживалась, когда я так же, как и начальница, переживала за ее магазин, за ее товар и так далее. Потому что, когда делом горишь, то переживаешь и хочешь оставаться в случае необходимости и так далее. Ну как? Были случаи, когда, ну что, я магазин брошу? Нет. Вот. Поэтому, и когда охрану приходить,